Летние блузки категории крем, 12 килограмм весит данный мешок. Первым у нас идет вот такая блузка, размер указан СК, следов износа нету, состояние отличное. Так, это туника у нас, европейский размер 50 указан. Туника с длинным рукавом, следов износа на ней я не вижу, пятен также. Категория крем опять же радует. Марка Есика, размер указан М-ка, это у нас новая футболка, наверное, больше футболка, можно отнести с этикеткой. Так, рубашка. Марка как-то интересно называется. В общем, я не смог ее прочитать. Рубашка с коротким рукавом. На заклепках. Так, все это на месте. Имеется в виду заклепки, следов износа на воротнике нету. Марка Trend. Это у нас майка 42-й. Европейский размер указан. Также без следов износа. Отличное состояние. Так, тоже, наверное, к туникам больше можно отнести. Здесь размер у нас не указан. Опять же, пуговицы все на месте. Следов износа на воротнике нету. Тоже, наверное, больше к тунику можно отнести. Длинная рубашка или туника. Несколько пуговиц. Так, нет, все пуговицы на месте. Пуговицы все на месте. Следов износа на воротнике нету. Так, размер XL. Это у нас женская блузка с небольшими вставками. Тоже следов износа нет. Так, марка Look. Европейский размер 36 указан. Это у нас блузка с длинным рукавом. Ну, по ощущению, кстати, похоже на хлопок. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но все же похоже. Размер S-ка. Так, откуда-то отсюда. Это у нас майка. Достаточно яркая, светлая. Тоже следов износа нету. Блузка, размер указан М-ка. Следов износа также нет. Вот какие-то интересные вставки есть. Так, марка Look, 42-й. Европейский размер, рубашка женская с коротким рукавом, пуговицы все на месте, следов износа на воротнике нету. Еще одна блузка, здесь у нас уже короткий рукав, практически их нету. Следов износа я не вижу, размер, к сожалению, не указан. Так. Вот это я не знаю, к чему отнести, к блузкам или к футболкам, но, наверное, все-таки назвал блузкой. Так, следов износа нету, единственный минус, который здесь есть, это не указан размер. Так, в целом, очень классная вещь. 34 размера. Вот такая вот тоже блузка. Также следов износа нету. Размер 2XL. Марка Франция называется. Рукава, как это называется, на 3 четверти. Тоже без следов износа. Марка H&M. Европейский размер 42. Женская рубашка. Очень короткий рукав. Пуговицы все на месте. Следов износа на воротнике нету. Так, ну вот такая вот интересная блузка. Здесь у нас указания размера опять же нету. Следов износа, разрывов никаких здесь нет. Так, честно, не знаю, как это назвать. Здесь размер у нас не указан, бирка не сохранилась. Ну ладно. Так, S. Oliver. Опять же женская рубашка с коротким рукавом, пуговицы также все на месте. Следов износа на воротнике нету. Марка H&M. 44-й европейский размер, женская блузка, следов износа также нет. 40-го размера, еще одна блузка, также пуговицы все на месте, правда, почему-то неправильно застегнули, ну ладно, бывает. Рукава короткие, марка H&M, 36-й европейский размер, еще одна женская блузка. Не знаю, что за материал, но прикольный. Марка Look, 42-й европейский размер, вот такая вот рубашка, опять же, пуговицы все на месте, следов износа на воротнике нету. Марка Эксок, что-то я не смог прочитать. Еще одна блузка. Какие-то висюльки здесь есть. Марка Кокхаус, размер указан М-ка. Тоже рубашка женская, пуговицы все на месте, следов износа на воротнике нету. Т1 указан размер. Вот такая вот блузка интересная. Тоже со вставками, опять же. Без следов износа. Так. Blind Date, 38-й европейский размер, блузка с длинным рукавом, также без следов износа. Так, майка идет следом, 40-й европейский размер здесь указан, вот такая вот небольшая маечка, тоже без пятен, следов износа также нету. Марка MEX, 40-й европейский размер, вот такая вот хлопковая блузка с длинным рукавом. Марка Biba, 40-й размер, женская рубашка, новая, кстати, с этикеткой. 44-го размера блузка. Так, указание. Так, указания материала нету. Я надеялся на это, конечно. Ну ладно. Так, следов износа я не вижу. Состояние отличное. Европейский размер М-ка. Тоже еще одна блузка.
А, нет, это у нас рубашка. Рубашка, пуговицы все на месте, следов износа на воротнике нету. Маечка вот такая вот. Так, ну, это, наверное, тоже блузка. Марка H&M. Еще одна легкая летняя блузка, почти невесомая. Марка Typhoon Collection. Вот такая вот, интересно оформленная. Тоже рукава 3 четверти, следов износа нету. 38 размера рубашка, пуговицы все на месте, следов износа нет, рукава короткие опять же, слегка, не си... очень даже слегка приталенные. Так, еще одна блузка, здесь указания размера опять же нет, состояние тоже нареканий не вызывает. Карла Джиаджини, это у нас еще одна блузка, здесь указания размера опять же нету, состояние отличное. Так, 42 размера, марка Divided, это у нас женская рубашка, пуговицы все на месте, следов износа на воротнике нету, пятен также я не вижу. Марка Kanda, еще одна женская рубашка, пуговицы все на месте, короткий рукав, следов износа на воротнике нет. 40 размера, так, по-моему, как майка идет, да, марка Spirit, новая майка. Этикетка опять же марка Colors, размер указан 38-40 европейский. У нас блузка с длинным рукавом, внутри, по-моему, небольшая майка идет. Да, следов износа нет. Марка Pimki блузка, здесь у нас указания размера нету, состояние отличное. Марка Jessica, еще одна блузка, тоже без указания размера. Марка Zewa, в первый раз такое встречаю, но может быть кто и знает. Так, тоже вроде туники, но это, наверное, больше, да, к туникам относится. Марка Верамода, размер указан Элька. Вот такая вот блузка без рукавов. Марка Есика. Так, тоже блузка. Похоже на рубашку, но это блузка. Так. Марка Divided, размер здесь указан 40. Это у нас женская рубашка, опять же. Пуговицы все на месте, состояние отличное. Так, Дженнифер Тейлор, размер указан S-ка. Вот такая вот блузка. Марка Дженнифер, размер указан Элька. Интересная, рубашка. Я, правда, сегодня при, так сказать, осмотре мешка уже один комментарий дал этой рубашке. Ну ладно, я озвучивать его здесь и не буду. Так. Еще одна. Это у нас туника. Здесь у нас, к сожалению, опять же, указаний размера нету. Следов износа на рукавах, на воротнике я не вижу. 38 размера блузка. Также состояние отличное. Марка Есика CND 56-58 указан размер. Женская майка, новая с этикеткой. Марка Корол или Каролини. Корол. 44 размер блузка. Так, вот такая вот маечка. Опять же, указаний размера нету. Так, тоже майка. Так, марка H&M, 36 европейский размер. Это у нас рубашка, опять же, женская, с длинным рукавом, следов износа на рукавах и воротнике нету. Марка Spirit, размер указан здесь M-ка. Тоже женская рубашка, короткий рукав, следов износа на воротнике нету. Так, что-то очень ярко идет следом. Вот такая вот блузка. Прям очень интересно. Первый раз вижу такое сочетание. Марка V, 40 европейский размер. Однотонная синяя блузка, также без следов износа. Так, еще один непонятный форм-фактор для меня, сейчас я разберусь. Марка Atmosphere, 36 размер указан, у нас здесь европейский, следов износа нету. Тоже блузка была, кстати. Еще одна блузка, вот такая вот, достаточно яркая. Я не знаю, должен был ли идти здесь какой-нибудь поясок, ну или это просто, так сказать, опционально сделано. Следов износа, так, на воротнике я не вижу, вот здесь вот, не знаю, вот здесь вот есть небольшое пятно. Марка KZL, размер указан SM, это у нас женская майка, опять же, следов износа нету. Так, Street One, 42-46 европейский размер, майка опять же. Так, здесь у нас указаний размера нету, состояние отличное, женская рубашка, пуговицы все на месте. Марка Burton, еще одна женская рубашка, также пуговицы все на месте, следов износа на воротнике нету. Так, 44 размера, вот такая вот майка. Новая, с этикеткой, еще одна майка, здесь у нас указаний размера нету.
Состояние также нареканий не вызывает. Размер XS. Вот такая вот блузка. Марка N. По-моему, если я правильно прочитал. Размер L. Майка женская. Какие-то интересные вставки есть. 4 размера женская рубашка с коротким рукавом. Следов износа на воротнике, на рукавах также нету. Так, марка JXS, размер 42. Указано. Это еще одна майка у нас. Тоже достаточно интересно оформлена. Также без следов износа. Так, марка Only, размер указан L. Женская блузка. Или нет, это туника, больше туника, да, можно отнести. Так, женская майка вроде как. 40-го европейского размера, новая в упаковке. Так, марка Street One. Здесь у нас указания размера нету. Это у нас что-то типа накидки, наверное, не знаю, как назвать. Так, марка S. Oliver, 44-46 европейский размер, майка, тоже следов износа нету, марка MIM. Здесь у нас тоже следов износа нет, указания размера тоже, к сожалению, нету. Так, размер XS. Так, однотонная, опять же, блузка, следов износа также нет. Марка Bonita, 44 размер, рубашка. Пуговицы все на месте, следов износа на воротнике нету. Так. Это у нас такое. Вот еще одна блузка. Здесь небольшой поясок идет. Указаний размера нету. По ощущениям похоже, кстати, на полиэстер. Марка H&M. Указаний размера опять же нет. Вот у нас вот такая вот майка. Тоже достаточно интересная. Так, здесь платьице тоже указаний размера, к сожалению, нет. Размер L. Это у нас рубашка с коротким рукавом женская, опять же. Пуговицы все на месте, следов износа на воротнике нету. Марка S. Oliver, женская блузка, тоже без нареканий. Так, 42 размера, однотонная черная рубашка, вот такая вот. Знаете, вот беру эту рубашку и вспоминаю почему-то, пусть не сочтут за рекламу, Ласка Магия Черного, они там тоже вот такими вот примерно рубашками оперировали, скажем. Так, следующая блузка, здесь у нас размер не указан, и майка следом идет, размер указан S. Состояние отличное, следов износа нет. Марка Pinky, это у нас майка, тоже указания размера нету. 4 размера женская рубашка, еще одна. Это как это? А, это пуговица, я думаю, что за неправильные заклепки. Также без следов износа. Так, майка, здесь у нас... Вроде как правильно со стороны показываю. Здесь у нас указания размера нет, следов износа также нету. Так, размер L. Еще одна майка небольшая. Тоже без следов износа. Так, такая вот интересная блузка. Опять же, до нас бирка не доехала. Следов износа нету. Так, Мэгги. Марка Мэгги. Еще одна блузка. Тоже следов износа нет. Короткий рукав. Так, 38 размера майка. Опять же, какие-то вот непонятные для меня шнурки. Марка Канда CND. Это у нас новая блузка с этикеткой. 42 размер указан. Так, вот я говорил про шнурки. И вот как раз как пример. Сейчас надо бы посмотреть. 44 размер марка Шур. Если я правильно прочитал, опять же. И вот, вот тема про шнурки. Это, наверное, поясок, но я не понимаю смысла. Марка Окей. 36 европейский размер. Еще одна блузка с коротким рукавом. Также следов износа нету. Так. 44 размера туника. Из полиэстера. Следов износа на рукавах нету. На воротнике также. Так, марка Spirit, 38 европейский размер, еще одна блузка, тоже без следов износа. Так, марка Street One, здесь у нас 40-й европейский размер указан, еще одна туника. Вот здесь вот небольшое пятнышко есть. Так, марка S. Oliver, размер указан L. У нас рубашка, пуговицы все на месте, следов износа нету. Так, Body Art. 52 размера блузка, достаточно легкая, летняя, длинный рукав, следов износа на воротнике нету. Так, марка Окей, 44 размер, еще одна майка.
Марка Веромода, размер указан М-ка. Блузка с коротким рукавом. Марка S. Oliver, 42 размера. Еще одна блузка, тоже короткий рукав. Любит собирать всякие катышки. Марка Пимки. А здесь у нас майка. Следов износа опять же нет. Размер S-ка. Тоже еще одна блузка. Также следов износа я не вижу. И последняя вещь, которая идет у нас в этом мешке. 20-го, вроде как английского размера. Вот такая вот рубашка. Опять же, неправильно застегнутая. Следов износа, тем не менее, нет. Пуговицы все на месте. На этом все.